Всем привет, с вами Фолдер, и мы начинаем играть в DMC. DMC это перезапуск Devil May Cry оригинальной серии. Ну что, давайте начнем. Играть. Так, что это за обложки? Ага. Ну ладно, давайте будем играть со стандартом Данте. Потому что я уже поиграл за как бы оригинального Данте, который идет у нас по серии Devil May Cry. И мне кажется, что образ, который нам написали сценаристы и режиссер, как нельзя сказать лучше. Вот самый лучший вариант это оригинальный, который у нас представлен. Так, огромное строение в городе. Yes, by close of trading Friday. No, you какой-то у нас странный лысый дядька тут. You know the terms, know the consequences. Что-то с кем-то договаривается. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, и настроен он как-то не очень добролюбиво. Не по-доброму, в общем, настроен. Shamed and hated. Is that clear enough for you? Yeah. Friday it is then. Oh, как. You have a good night, Mr. President. Неплохо, неплохо. Did you get it, my darling? Over a trillion. Oh. Soon I will own every. Мужик-то, конечно, очень крутой, но бабу ты себе выбрал не самую красивую. At last, your bitch, as am I. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over, and what's the matter? What's the matter? Не понравилось ему это предложение. A loose end, what? The son of the traitor Sparta, Dante. Yo. Him. He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do, I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. Ну зачем? Дружище, ты что? Ты меня даже совсем не знаешь, уже хочешь мне разорвать грудную клетку и вырвать оттуда мое бьющееся сердце. О, это более интересно. Не очень добрый клуб, мне кажется. Следите за ним. Такая у него ухмылочка веселенькая. О, это же черный-белый. Это же легендарная пушка. Две легендарные пушки. Охотись за ним. Ну что, ему хорошо? DMC. Yeah. Вот такой у нас был долгий ролик. До сих пор кушает пиццу.
been on the verge of controlling mankind. Citizens, we've been kept... Мне кажется, это что-то такое вот наподобие этот анонимусов. Так, у нас был небольшой косячок. Предателем и террористом. Who are you? You want? Неплохо. Careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. Опа. Ну здравствуй. He's dragging you into limbo. Мне почему-то напомнил обезьянку из Короля Льва. Это не очень весело. Ну хоть бы штаны одел. Get your filthy fucking claw off my trailer. Bye-bye. Ну, оператор молодец. Оп, книжки. И ботиночек перехватил. И перчатки успел взять. Еще красавчик. Missed. Ухо-хо. Опа. Какие-то не ниняшки. Ну, давайте потанцуем. Так. Опа. Так, чё, хочешь драться? Окей. Опа. Ла. Сюда. Все порубили. Хотите добавки? Получайте. И да, у нас также осталась система рейтинга. Вот, у нас сейчас вот пока рейтинг B, и это хорошо. Опа. А ты как показалось? Ну ладно. Пистолетики! Плохо-плохо. Ну беги, ты чего? Все переворачивается, все ломается. Интересно, это реально в мире происходит? Или так же, как и здесь? Черт. Так, еще разок. Все ломается. We're gone. Опа. Ebony, Ivory, I miss you girls. Отлично. Опа-па-па. Что-то мне кажется, его пули как-то не очень сильно повредят.
Приветик. Батус. Или Батус. Черный, белый. Почему я его видел? Вот с носами. Все замечательно. Да. У нас прыжки в воздухе, у нас F это не подброс, а наоборот, падение. Вау! Так. Не убью тебя. Еще тут сверху мелкий. Так, стоять, придурки! О! Вот это разблокировали кое-что. Данте! Хопа! Don't shoot! My name is Kat, I'm not a demon. I'm still in the real world, you're in limbo. И главное, такие все спокойно ходят. А получается, вот эта девушка, она такая стоит посреди улицы, начинает орать. Ну да, что-то в этом роде. I'll die. I'm risking my life here for you. I want to help. I don't need your help. The hunter has dragged you into limbo. Вежливо так отказал. I've been down here before. I know how to get out. You fight whatever shit-sucking demon dragged you in here. You don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me. Now. Ну, идем. Все ломается. Так, ты что такое? Пропавшая душа. Окей. Я хотел сказать, что это вся Кэт пропрыгала, это все. Ключ какой-то. И что? Окей. Ясно, понятно. Так, ну заходим сюда. Что с этими автоматами не так? Смерть. Так, ну что, где все, ребятка? Привет. Надо их, мне кажется, выкинуть, чтобы я их подкидывал. Понятно, карусель крутится. Ну, блин, далеко. Чёрт. Один, второй, третий. Ладно, просто вот всех покромсаю тут и нет конца. Блин, я боевая система позволяет так комбинировать атаки. Какое-то тут улучшение у нас есть. Так, все, скипаем. А если я попрыгу? Что-то я не хочу рисковать. Что-то там такое. А, да, игра еще как бы хочет, чтобы вы проходили ее еще раз и еще раз. Потому что, например, на других сложностях там открываются другие оружия, как, например, коса или секира. И с помощью них можно передвигаться. Например, мне кажется, здесь мы должны были как-то по-другому передвинуться, чтобы поймать какой-то бонус или что-то в этом роде. Так, улучшение. Ну, давайте вот эту рубака. А стоп, а там был еще какой-то магазин. Не очень у нас много денег. Хотя с вами на малую звезду нам хватит. Хотя зачем? Мы совсем немножко поранились.
Так. Да привет. Is that my coat? How did we get up there? Ой, ну покадил. Так, стоп, в реальном мире что-нибудь происходит? Или как? Плащик. Ну да, со мной неплохо. А, ну вот так и думал, что все, что происходит в Лимбо, происходит и в реальном мире. Так, ладно, что делать? Бежать? Куда бежать? За колесом? Думаю, я не побегу. Что у нас тут? Прыгивает. Чего? Сколько бомб! Сколько бомб! Блин! Да что ж такое? Все нравится. А, так и они могут атаковать не только меня, получается. Вот эти. Я сейчас как-то очень так круто заблокировал удар. Ну, послал даже гранату ему. Красиво завершили. Что ты там бегаешь-то? Давай спускайся и разберемся как. Тем с Нефилимом. Оп. Ха-ха, не попал. Че, если я буду бегать? Лезай туда. Я еще не закончил. Ну ладно, закончил. Ой-ой-ой, что происходит? Это что, какой-то дом с привидениями? Аба! Еще один. Ну это немного покруче, чем было. Дверь. Дайте мне дверь выйти. Пойдем. Да уж, странноватая картина. Ах, вот зачем нам нужен был медный ключ. Ну, давайте посмотрим. Какая-то белая дверь. Ну и что? А как? Убить в воздухе. Что там делать? Убить вот этих парней? Ой, странно. А, ну теперь понятно, что эти комнаты, это что-то вроде какие-то челленджи. Ну, ладно. Пройдем так пройдем. Вроде бы не очень много времени занимает. Даша, куда ты полетел, товарищ? Так, одно есть. Хорошо. Ну же, ты куда? Стой, мы с тобой еще не закончили, чего? Ну, мри. Второе. Третье. Так, давай с тобой сначала разберемся. И будет четвертое. И... Давай. Пятое. Отлично. Что это такое? Аптечка, не. А, это неплохо. Значит, нам надо собрать еще таких три, чтобы у нас здоровья было больше. Ну что, это хорошо. Осталось еще таких три ключа, и все будет у нас отличненько. Побывали мы в этой комнате, а куда нам надо идти-то было? Ерко. Я бы не знаю. Похудел бы на 2 килограмма точно. Это эпик. Так.
Рни сюда. Какие тут странные куклы. Тан-тан-тан-тан. Что-то такое. А, наверное, это тоже дверь. Так уже надо снова будет перепроходить. Что интересно, если бы я там рядом стоял, меня бы только бы не шарахнуло. Ну ладно, не важно. О, ну стою. Не, хорошо. Чё вы, ребята? Ну, давайте приступим. Погнали. Их же можно просто эти шестерёнки толкать, и всё будет хорошо. Давай! Давай, уже! Работаем! Еее! Отлично. Так, что это мне тут не нравится? Ну, вон. Ауч. Неплохо. Не иметь себе лицо непробиваемое. Какие-то разломы. Так, я не понял, что то же самое будет и в реальном мире происходить. Потому что... В общем, какой-то был очень странный такой замес с этим Лимбо и реальным миром. В общем, пожалуй, ты охерел, чувак. Okay, then. Let's fight. Данте, wait. Фейерлико. It's working. Стоп, а в реальном мире она куда попала? Что-то не со стыковочкой, ребят. Охотник. Давай, охотник. Точнее, я тебя буду звать обезьянка из Короля Льва. Что ты можешь? Воу-воу-воу! Yeah, I hear you. Добить-то надо. Ага, лицо. Чё-то мне кажется, я слишком для него маленький. А нет. А если я буду бить? Ай-яй-яй. Понял, да? Понял. Взял мусор на шутки шутить, да? Дерес. О, он уже говорит, эй. Давайте не будем его терять. Ты куда ты скакал, баран? Еще не. Легковку забрался, если бы тебе пострелять сюда. О. Ну это кто думал вообще? Пока! Блин, он такой жалкий. Умоляется такой. О, у нас свой ТКС. Офигенно. Ну все, ты уже потрачен, чувак. Ой, не-не-не-не-не! Сейчас умрете. Вот ты сволочь-то. Не даешь ему. Да за ты мне точно получишь. Я вообще на сервисе здесь потеряю. Сейчас тебе жопу трясу. Почему ты не можешь просто взять спокойно умереть? О, все, правильно. Хорошая обезьянка. Еще на меня тут прилег. Да, первый босс уже наш. Game over. Son of Sparta. Son of who? You have been found.
You are dead. Just like your mother. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you would be the first. Убрал по-пацански. Что, это загрузка? My mother. I barely remember her. Ну что я могу сказать? Мне кажется, это у нас конец первой миссии. О, ну ничего себе. Надеюсь, никто не пострадал. Ну, в общем, первая миссия была довольно-таки, ну, прикольно такая. Ну, это была все-таки тренировка, чем миссия. Да, в общем, так что не сложно. Мы же играем, по сути дела, на нормале. Are you okay, Данте? How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. Ну, ты не помогла, конечно же. I didn't ask for your help. Ну, вот правильно, вот, вот. Ну что, довольно-таки милая девушка. We know all about you, Dante. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. Ну, это уже интересней. In the western district of the city. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime. Почему терактор? Что-то, мне кажется, тут все замешаны. We have your scent, son of Sparta. Now it is just a matter of time. Петух одноглазый. О, е. Сейчас посмотрим наши рейтинги. О, это отлично. Ну вот. Охрененно. Ну что, с вами был Фолдер. Если вы хотите больше таких видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!